На Краснодарской улице среди бела дня загорелся проблемный дом, который является предметом судебных тяжб. В постройке с номером 71А никто уже не живет, однако она является местом регистрации нескольких человек. Они претендуют на новое жилье, которое пытаются получить от мэрии. История эта тянется с 2013 года, когда условия жизни в бараке стали невыносимыми. В 2017-м отсюда съехал последний жилец. Людям предоставили квартиры из маневренного фонда. За домом присматривать оказалось некому. Постройку отключили от электричества. Дом разграбили бездомные. Полтора года назад мы оттуда съехали, нам выделили временное жилье. И до сих пор мы судимся с администрацией города Хабаровска о признании этого дома непригодным для проживания. На что администрация делает по комиссии межведомственной, что этот дом пригоден для реконструкции в 2025 году. Но сейчас он сгорел, как его реконструировать? Не знаю, да он и до этого был, знаете, как бы очень аварийным. Поэтому что там они вообще собирались? Хотя мы делали независимую экспертизу, и там по экспертизе дом вплоть до утилизации. Бывшие жильцы полагают, что дом подожгли либо те, кто положил глаз на выгодно расположенный земельный участок, либо бродяги. Дом, выстроенный в 1956 году, после тушения представляет собой самую настоящую развалину. Площадь пожара караул оценил в 70 квадратных метров. После возгорания стены выстояли, что, вероятно, все же не поставит точку в вопросе реконструкции. Пожарные, узнавшие эту историю, полагают, что им придется тушить дом регулярно. С места происшествия Юлия Рябцева, Ольга Кошелева и Леонид Булдыгеров.